И вновь всем здравствуйте, с вами Артём, и сегодня мы продолжим играть в игру Pineview Drive, и сегодня стоит, наверное, попробовать пройти игру уже до финала, потому что, как вы видите, вон оно как у нас все дело-то обстоит. Осталось-то совсем немножко до конца, поэтому давайте, 23-й день, поехали. Попробуем пройти уже до конца эту игру. Поехали. Надо вырубать Рика и Морти. Да, правильно, Кирилл. День 23. День 23. Я не помню, где у нас были последние ключи. Мы искали где-то... где-то там. Так, ну погнали. Здорово, ты снова на своем месте, да? Здорово, Пеннивайз. Так. Вот что я не помню, так это куды чапать-то? Тихо ты. Не надо вот так вот вспышками молнии меня пугать, это не прикольно. Ладно, давайте выяснять, где... где? Я уже был в холодильнике. Прям внутри. Так. Знакомое помещение, мне сюда не... а, да? Так, у нас тут комната есть, вот эта вот африканская. Все дела. Надо изучить все это дело здесь. Блин. В последний раз было очень клево, как они сделали то, что... это самое, свечами мне путь вы показывали. Это было очень здорово. А, понял. Понял, Дайдра, спасибо за подсказочку. Секундочку. Татьяна Шмидт, спасибо. Меня там похвалили за анонс. Я тебя любил, я б тебя убил. Но я тебя люблю, потому и не убью. Чё за... что не так в этой комнате? Опа. И чё, вы меня решили окружать? Дамы, извините, но я пошел отсюда. Дамы, может быть, вы отойдете? А как это вышло вообще? Продолжаемся. Дамы. Дамы, ну что вы, как я не знаю. Я каждый из вас уделю внимание, но только после конца вечера. Хорошо? Скажите, дама, чё они ко мне пристали? Ха, хороший прикол, слушайте, мне нравится. Ключик. Их только что было больше, да? Вау. А куда пропала ваша подруга? Куда ваша подруга-то пропала?
Ладно, дамы, я пошел. Спасибо за ключ. Так. Чё, какая дверь должна быть у нас? У нас тут есть некоторые неоткрытые двери, надо их пробовать. Эх. Это шорты, Карл. Кар-Карл. Хе-хе, прикольно. Дамы, дамы. Тихо-тихо, дамы, спокойно. Не нужно, не нужно так. Я сам к вам потом подойду, дамы. Это было прикольно. Вот еще одна комната. Прекрасно. Новая комната. Ее я нашел. Зажег я свечки. Угу. О! Ключ, ключ, ключик. Так, да, мы, похоже, решили остаться внизу. Хорошо. Еще одни батарейки. Прекрасно. Бывал здесь уже. Бывал здесь уже. А здесь бывал? А здесь и не бывал. Ладно. Чё, где? Возле какой свечи валялась? Ой, блин, вот это я глазастый. Линда на грани нервного срыва. Я должен вытащить ее отсюда, чего бы мне это ни стоило. Мы должны были выбраться. День 24-й. Это что за звук был? Что там за звук-то был? Кто-нибудь слышал это, да? Ну, пока можно, в принципе, бегать без... Так, слышь ты, а ну немедленно выходи отсюда! Какого черта это сейчас было? Вот это сейчас было, знаете, вот это уже было неприкольно. Дамы, как я и обещал, я вернулся. Что у вас есть для меня интересного? Дамы, ладно, я пошел отсюда. Меня прям под ложечкой засосало. Ага. Шорткат, ребята. Шорткат мы сделали. Че? Я ночами плохо сплю, потому что я тебя здесь слышу. Ой, смотри, мать твою! Кот, отвали от меня! Ha 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 ha
Сейчас, секунду, подождите. Это было подло, Pineview Drive, это было подло. Ой, блин. Так, ладно. Кот, уйди отсюда, пожалуйста, не мешай. Уйди. Уйди отсюда. Ай, что тебе надо? Иди сюда. Ой, блин. Коту что-то надо от меня. Вот вопрос, что ему надо? Кот, успокой меня. Это было страшно. Ты еще тут ходишь, орешь. Так. Так, вот правильно. Царапай меня еще. Ой. Так, ладно. Так. Все, все, спокойствие. Тупая скотина. И ключ она мне не оставила, да? Не пройдем мы за сегодня игру до конца. Больше шансов, что я обделаюсь во время прохождения, чем я найду... Охренеть, у меня уже руки трясутся. Умбра Виш, спасибо за подписку, спасибо, что смотришь. Здравствуй, добро пожаловать, привет. Вот это меня сейчас передернуло. Вот это я не знаю, вот это сейчас меня... Я что-то конкретно струхнул. Давайте сегодня будет короткий стрим, ребят. Я сегодня не в состоянии что-то, я уже понял. Я не ожидал такого подвоха от игры под конец. Я такого не ожидал. Это было крайне неприятно. Это было офигеть как неприятно. Блин, куда идти-то? Чё делать-то? Так, спокойно. Блин, у меня реально трясутся руки. Охренеть. Ненавижу скримеров. Виктор Ланской, ты опоздал на самый клевый момент всего прохождения. Что делать-то? Куда идти? Кот, не ори! Не надо орать! Специально орёт, чтоб мне страшно стало. Куда мне идти, вашу мать? Звуки в доме неприятные стали. Я слышу шаги в оранжерее. Твою ж дивизию. Пошли. Блин, у меня... Я в панике сбросил с себя наушники и кинул их в сторону микрофона. Вообще, я ненормальный. Оранжерея, ребята. Оранжерея. Растения меня преследуют. Я здесь зажигал свечку. Это тетки. Здесь тетки у нас. А где оранжерея, кто-нибудь помнит? Тебе что надо?
Сколько я играю? Введите команду тайм. Будет прикольно, если уже полчаса. Что-то меня прям... Блин, что-то меня прям... Да, он мать ждет с работы. Он думает, что она стоит за дверью и ждет. Просто не заходит. Твою мать, я пошел отсюда нахрен. Пошла ты нахрен от меня. 15 минут? Что за какого хрена? Тупой фонарь, работай! Это не то. Другой этаж должен быть. Не, ребят, сегодня будет короткий стрим по Pine View Drive. Сегодня был очень большой стрим по World of Warcraft. Сегодня будет очень короткий стрим по Pine View Drive. Я что-то это, я не знаю, я что-то реально тут перепугался до одурения. Что-то тут вообще как-то совсем не прикольно. Да-да-да, завтра буду только призраки. Но... Тихо. Шаги здесь, да? Мне упорно колет вот здесь. Надо заканчивать. Ключ. Ключ, твою мать, ключ. От чего этот ключ? Ребят, от чего ключ? Вы это слышите, да? Вы же это слышите, да? Да, слышите. Я не помню, какие двери я не открывал. Пройдем игру до конца, говорил он. Это будет весело, говорил он. Это не страшно, говорил он. Это ж скотина на меня здесь же выскочила, да? Да. Что, что? Чё? Спасибо. С уведомления, спасибо за поддержку, да. Дайдра, пожалуйста, тихо-тихо. Шнашны. Я уже боюсь оборачиваться в этой игре. Вот ей-богу. Какая была дверь эта долбаная? Фонарь, скотина, работай! Не гасни сейчас! Значит, я тут сейчас кони двину. Это комната с картинами. Открывается. Скотина!
Блин, какой это был этаж? Неужели третий? Не, ребят, я все это последние ночи не могу. Ни хрена. Я не могу, мне что-то это прям... У меня руки трясутся от игры. Это не прикольно, господи. Я ведь уже тень боюсь. Тут последняя дверь была, да? Да. Последняя была дверь. Арена была не открыта. Твою мать. Ну что такое? Ну почему эта дверь долбаная не открылась? Я не хочу снова столкнуться с той девочкой, поэтому... Надо как-то, блин. Твою ж дивизию. Ребят, ну подскажите, от какой двери этот ключ? Чего может быть этот ключ? Я не помню, что больше здесь были какие-то двери, которые я не находил. Симулятор сердечного приступа, блин. Теперь понимаю, почему они ставили предупреждение в начале игры, что, мол, если у вас есть проблемы с сердцем, не играйте. Это было крайне подло делать такой момент. Когда уже игра... Тебя уже... Когда ты уже привык. Черт, это была та самая дверь, вот да, да? То самое место. В какую еще другую часть? Слушайте, там коридор с клоуном, я туда не хочу. Мне уже девочки хватило. Никитос, привет, Никитос, привет. Здравствуй, привет. Привет. Здорово. Твою мать, клоуна нет. Опять нет этого козла, опять нет вот этого сукиного сына, опять его здесь нет. Его снова здесь нет. Пошли нахрен отсюда. Идите в жопу, я туда не... Пошли нахрен, я валю из этого дома, все, идите нахрен. Не хочу оборачиваться. Что там было сейчас такое сзади? Нахрен звук. Нахрен. Я уже все, я не могу. Это уже что-то перебор.
чего я взял ключ? Я официально заявляю, тот человек, который придумал эту игру, психически ненормален. Так реально можно инвалидом сделать, блин, с такими приколами. На третьем этаже что, реально ничего не открывается? Это Кирилл тебе за то, что ты меня читаком назвал, понял? Я, конечно, очень смелый, но не сегодня и не сейчас. О. Какая радость-то? Радость-то какая? Я жил с друзьями в старом доме, я жил с друзьями в старом доме. Я жил там, мне там было страшно. Страшно было мне. Да пипец. Куда идти-то мне? Куда идти мне с пятачком? Большой-большой секрет. Что? Возле спальни закрытые двери были? Где? Вот спальня. Это проход на второй этаж. По-моему, там уже не осталось закрытых дверей. Здесь я, по-моему, все двери открывал. Да. Я здесь открывал абсолютно все. Звонили в дом? Хорошо, что я играю уже без наушников. Я все, я не могу. Эта игра меня убивает. Я не могу больше так. Где выход-то, блин? Телефону. На втором этаже.
Где был тот телефон? Где тот Шукин телефон? Я не хочу надевать наушники, мне неприятно. У меня руки трясутся до сих пор. Где телефон? Не вижу телефона. Джейн от Джей, привет. Здравствуй. Какой к чертовой матери телефон на втором этаже? Так, ребят. Знаете что, я лучше завтра поиграю. Чё-то я не чё-то я все. Не хватит. Меня, блин, один единственный момент, который произошел за сегодняшний стрим, реально выбил. Короче, нафиг, нафиг. Надо... Вчера же мы играли в Pineview Drive. Да, мы вчера играли в Pineview Drive, надо отдыхать нафиг. А то, блин, у меня игра заставила... Короче, вот... У меня, блин, руки трясутся до сих пор. Давайте на этом заканчивать. Это была крайне паническая серия сегодня. Если понравилось, то подписывайтесь на Twitch канал, на YouTube канал, вступайте в группу ВКонтакте. Вот. На этом все. С вами был Артём. Всем всего хорошего. Пока.